Глава Ингушетии побывал в отделе Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии с проверкой условий содержания медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых вас и осужденных. Руководитель региона в сопровождении уполномоченного по правам человека в республике Джамбулата Аздоева, начальника ОФСИН России по Ингушетии Бекхана Атабаева, интересовался условиями медицинского обслуживания и питания с соблюдением прав и законных интересов, содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в период содержания в следственном изоляторе.